мероприятия на практике, пролегающие их ошибки, устраняющие возможные ошибки, достигающие соглашения с средним крестьянином. Только такой работой будет обеспечен союз рабочих и крестьян. В этом союзе вся главная сила и опора советской власти. В этом союзе залог того, что дело социалистического преобразования, дело победы над капиталом, дело устранения всякой эксплуатации будет доведено нами до победного конца.